Всем привет, друзья! Сегодняшний сувенир будет посвящен столетию пограничных войск. Я заранее подготовил деревянный брусочек. Это будет имитация пограничного столба. Размер у него, грубо сказать, 11 на 1,5 сантиметра. Еще нам понадобится банка от сметаны, носики от суперклея, маленькие батарейки в виде таблетки, вот такие конденсаторы, отрезок сломанной молнии, провод от наушников, вот такой отрезок одножильного провода и вот такой отличительный знак в виде герба СССР. Как обычно, для начала изготовим площадку. Для этого от банки отрежем дно. Сначала можно грубо, теперь более правильно и аккуратно. Площадка готова. Отложим ее пока в сторону. Возьмем носики от тюбиков суперклея. Нам нужно отрезать вот таким образом. Делаем это аккуратно. Дальше нам нужно обрезать вот так. Дальше будем склеивать эти детали. Это у нас будет бинокль. Наносим клей. Приклеиваем вот таким образом. Дальше наносим клей сюда, фиксируем вот эту часть, дальше наносим клей вот сюда, фиксируем вот таким образом. Теперь капнем клей вот сюда еще и приклеим оставшуюся деталь. Таким образом. Вот такой бинокль получился. Мы его откладываем пока в сторону. Дальше возьмем конденсаторы и изготовим из них радиостанцию. Для этого с одной стороны у одного откусим ус, немного подровняем надфилем. Дальше возьмем маленький конденсатор, откусим усы вот таким образом. Возьмем суперклей, капнем вот на эту часть и приклеим вот таким образом. Далее оставшийся ус загнем вот таким образом. Это у нас будет антенна. Подгибаем ее чуть вниз. Дальше возьмем отрезок сломанной молнии, откусим вот эту вот часть гофрированную, нанесем клей на антенну, так называемую. И приклеим. Дальше возьмем маленькие батарейки и отрезок одножильного провода. Провод загнем вот таким образом. Это у нас будут наушники. Капнем сюда суперклей и зафиксируем. И с этой стороны также. Лишний провод обрежем. Дальше капнем клей вот сюда. Приклеим провод от наушников и к наушникам. Дальше обрежем примерно вот здесь. Капнем клей. Приклеим вот эту вот часть. Дальше, я думаю, стоит откусить этот ус и попробовать вставить провод от наушников. И это удалось. Закрепим суперклеем. Немного обрежем. Дальше капнем клей вот сюда и зафиксируем провод. Немного подождем. Думаю, оставшийся провод стоит приклеить вот сюда. Нанесем клей сюда вот. Зафиксируем. Далее в это место. Также фиксируем. Ну вот, радиостанция с наушниками тоже готова. В принципе, все готово. Остается только все это покрасить и собрать. Но это я сделаю за кадром. Поэтому ждите результата.
Ну вот, друзья, такой получился сувенир в честь столетия пограничных войск. Поздравляю всех, кто имеет отношение к этой службе. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то будет полезно это видео. Всем удачи. Пока. А для новых зрителей хочу показать небольшую часть моих предыдущих работ и сделать вывод, нужно ли подписаться на канал, а в дальнейшем смотреть мои видео. От души рад каждому зрителю и подписчику.